Слово предоставляется директору Центра поддержки отечественной словесности, среди проектов которого литературная премия «Большая книга лицей» Татьяна Восковская. Спасибо всем, что пришли на встречу с Алексеем Слоповским. Я хотела поблагодарить перед своим выступлением и перед вопросами Алексея Ивановича в Саратовский книжный фестиваль и Российскую государственную детскую библиотеку за приглашение. Желать Саратовскому книжному фестивалю стать одной из лучших традиций Саратова и проходить ежегодно. Я вижу в зале представителей разных поколений, и поколение более взрослые наверняка знают, что Алексей Слоповский уроженец Саратовской области, и, наверное, читали интервью с ним. Но для представителей более юных поколений я хотела бы задать Алексею Ивановичу вопрос более общего характера о вашем творческом пути, о том, как вы пришли в литературу, почему потом переключились на сценарии, какие-то основные этапы вашей творческой биографии. Здравствуйте, надеюсь, слышно хорошо. Спасибо. Приветствую жителей города Энгельска, который я называю столица Заволжья. Но для меня, по крайней мере, это точно так, поскольку родился, в общем-то, я в Заволжье. Есть такое село Чкаловское Ровенского района, не очень, в общем-то, от вас далеко, то есть я Заволжье. Это, во-первых. Во-вторых, книга, которая была написана не так давно и которая называется «Неизвестность». Вот она там стоит. Первая часть этой книги посвящена в том числе и Энгельсу, он же Покровская Слобода. Там описывается время до войны, начиная с 17-го года, до 41-го года, когда здесь, как вы лучше меня знаете, была республика немцев по Волжье. И события, которые разворачиваются в этой книге, они как раз происходят здесь, в селах района, которые тогда все назывались по-немецки, как вы помните, и в самом Покровске, а впоследствии Энгельсе. И герой мой связан с этой землей. И женат он был на немке, ну и так далее, и так далее. Я не буду пересказывать, если кому интересно, прочтите, может быть, узнаете что-то, чего вы даже и не знали об истории собственного края, поскольку, когда я писал эту первую, как минимум, часть, мне пришлось много порыться в архивных, исторических материалах, даже на немецком языке, потому что, если не знаете, есть такой сайт, кажется, он называется Heimat, не помню точно. Это связано там, свои воспоминания оставили, записали люди, которые жили сами когда-то очень давно, или их предки жили на территории этого района. То есть, как видите, вот связь с этой землей у меня, можно сказать, кровное, здесь все мне близкое, все родное, все свое. И объездил я эту область и Заволжье немало тоже, по разным причинам. Папа у меня был специалист по сельскому хозяйству и брал меня с собой, он-то в командировке и по делу, а я просто посмотрел на леса, на степи, на поля. А потом, когда я работал на Саратовском радио и телевидении, опять-таки, уже сам в командировках здесь бывал, по разным населенным пунктам, которые в ту пору назывались колхозы, совхозы и прочее, 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 прочее. Об этом тоже куча воспоминаний, и тоже они отражены в моих книгах. Вот, если коротко, о связи с этой землей, что, наверное, вам будет не безинтересно. Ну и теперь о том, с чего все началось и с какой стати вот вдруг я решил, что стану писателем.
Это вообще занятная история. Я не раз ее рассказывал, но все равно расскажу еще разочек. Не все ее слышали, естественно, не все ее знают. Иногда все начинается в детстве. Вот у меня именно так оно и было. И я четко зафиксировал этот момент. Ведь редко на самом деле бывает так, чтобы человек очень рано понял, чего он хочет, какую профессию он для себя выберет. Вот я свою профессию выбрал очень рано. Сейчас расскажу, как это было. Было мне, ну, лет 8-9. Читал я много довольно книжек. Жил я тогда, есть такой поселок Жасмины под Саратовом, известный вам, конечно. Тогда он назывался, на мой взгляд, лучший и оригинальный. Это была Разбойщина. Хорошее название, историческое название. В общем, это была Разбойщина, и я там жил с родителями. И до сих пор помню, я читал книжку, помню название этой книги. Она называлась «Приключения доисторического мальчика». Сидел я на крыльце своего деревенского домика, дочитывал я эту книгу, дочитал, закрыл. И такая у меня была мысль, так, минуточку, откуда автор может знать про этого самого доисторического мальчика? Это же было очень-очень давно. Ну, сам себе, не такой сложный вопрос, сам себе легко ответил, ну как откуда? Ну, придумал. Но ведь хорошо придумал, увлекательно придумал. Это здорово читать, это интересно читать. И подумал я тогда, какая же это интересная профессия. Описывать всякие истории, что-то придумывая, что-то беря из жизни, их записывать. И вот, хотите верьте, хотите нет, примерно в этом самом, вот таком вот возрасте, малюсеньком, я подумал, это хорошая профессия, попробую я этим когда-нибудь заняться. И сколько я себя помню, я все время что-то сочинял и в школе. И сочинение я писал, тогда было две отметки за сочинение, не знаю, как сейчас. Одна за содержание, вторая за грамотность. Вот мои постоянные отметки были 5-2. За содержание 5, за грамотность чуть-чуть поменьше. Ну, потому что я себя не стеснял и писал о том, что мне хотелось. Я помню даже сочинение о Маяковском я написал в стихах, подделываясь под Маяковского. Естественно, очень неумело. Ну, короче говоря, в жизни много чего бывает, и хорошего, и плохого, но в чем мне точно повезло, я очень рано понял, для чего я на этот свет родился. То есть, очень логично, я поступил после этого на филологический факультет Саратовского университета, очень логично после этого стал учителем русского языка и литературы. Потом работал в журнале, на радио, телевидении. Потом так получилось, что переехал в Москву. Занялся уже не только прозой, книгами, но и театром вовсю. И сценариями достаточно многочисленных фильмов и сериалов, по которым некоторые меня, в общем-то, и знают. Многие помнят такой успешный сериал, как «Участок», который до сих пор крутят по телевидению. За которой мне не стыдно, такая деревенская сказка, добрая, хорошая, никто не умирает, чем хорошо в результате. Вот если вкратце, такая моя биография. Мало книг, в которых люди что-то делают. Ну, вспомните Обломова. Что Обломов делает? Лежит на диване. А вспомните, что делает они. Только поймите, это с долей иронии, я книги-то великие на самом деле. Я просто говорю об особенностях некоторых. Что делает Онегин? Ездит по гостям, потом стреляет на дуэль. Что делает Раскольников? Вообще убил старушку. Да еще мимоходом и сестру ничего не поведает. Ну и так далее. А советская литература попыталась описать о людях, которые что-то делают. Были так называемые производственные романы. Но поскольку это все еще было под флагом идеологии, то как-то не очень в это верилось. А вот этот самый Робинзон Крузо, понимаете, вот эти страницы, когда он заводил себе стадо, когда он себе изгородь городил, а эти волнующие моменты, когда он себе ладью пытается из дерева выдолбить, он же срубил, причем срубил подручными инструментами огромное дерево, потом потратил недели и месяцы, чтобы выдолбить из него всю вот эту внутреннюю. Долго, как
когда сделал эту лодку, выяснилось, что до берега так далеко, что он не сможет ее дотащить. Что он сделал? Он нашел дерево поближе к воде и заново взялся строить, делать лодку. И такой это для меня был пример на всю жизнь. Может быть, я даже не осознавал, когда я это читал, но, видимо, это все-таки отложилось. Вот это вот начать опять сначала, мне в жизни столько раз приходилось, долбишь лодку, а она оказывается далеко от океана, и никому она не нужна. Ну что делать, или плюнуть, или строить вторую лодку. Вот я и строил эту самую лодку. Так что, раз возникла лодка, я сейчас перескочу. Я же хоть и прозу больше всего пишу, но стихи-то я тоже люблю. Вот лодка напомнила мне одно из любимейших моих стихотворений Николая Рубцова. Я его так люблю, что я его сейчас целиком попробую вспомнить. Хотя многие его знают по песне. В горнице моей светло, это от ночной звезды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Красные цветы мои в садике завяли все. Лодка у речной мели скоро догниет совсем. Дремлет на стене моей ива кружевная тень. Завтра у меня под ней будет хлопотливый день. Буду плевать цветы, думать о своей судьбе. Буду до ночной звезды лодку настелить себе. Я был потрясен глубиной автора, который так смело умеет видеть недостатки человека. И вот не бояться этого взгляда, видеть недостатки и не переставать человека любить. Ну вот этому я учился, пожалуй, у этой книги. Вот такие три разные стихи. Вы когда рассказывали о своей новой книге и про бревно, я как раз вспомнила Робинзона Крузо, ведь, оказывается, я бы немножко угадала. А существуют ли какие-то женские персонажи в литературе, которые вам близки или интригуют, или которых вы, наоборот, ну, терпеть не можете, потому что? Женский образ в литературе вообще? В литературе? Ну, про свои произведения говорить трудно. Я могу сказать только одно, что в моих книгах почти все женщины любишь, потому что умение любить для меня не только в женщинах, а вообще во всех людях, может быть, ну, самое главное. Вот если у меня появляется женщина, то, как правило, это связано с любовным сюжетом. Если вспомнить о классике, то в юности мне нравились «Роковые женщины» Достоевского, которые во многом похожи друг на друга. Ну, понятно, почему у него самого была жизненная история такая. К роковой женщине, кому интересно, сам это прочтет. Вот эти вот роковые женщины, коварные. А потом, когда я подрос, я оценил прелесть толстовской Наташи, которая сначала такая вся порхающая, такая вся воздушная, а потом становится матерью семейства, и Толстой, великий человек, не постеснялся охарактеризовать ее так. А это получилось молодая, здоровая или пышущая здоровьем самка. С уважением, написал Лев Николаевич. На самом деле это зависит не столько, мой интерес к женским образам зависит не столько от качеств, женских каких-то качеств, есть ли они на самом деле, не знаю. Я, поскольку сейчас феминизм очень развит, я об этом опасаюсь говорить. Вот. В первую очередь меня интересует, как написано. Вот если хорошо написано, то мне и интересно. Один из самых очаровательных образов для меня – это образ Скарлетт О'Хара из «Унесенных ветром».
потому что из этой книги, в первую очередь книги, ну и фильм неплохой, я узнал, что не только русская женщина в горящую избу войдет и коня на коне на скаку остановит, а что есть женщины и не в русских селениях, которые умеют взять жизнь в свои руки. Мне нравятся женщины, которые умеют брать жизнь в свои руки, если при этом они еще не стараются взять и меня за руку. Верую ли я, будет ли золотой век человечества, а будет ли второе пришествие Иисуса Христа? Вот ничего себе вопросы. В книге «Первое и второе пришествие» главное, что меня волновало, это то, что в каждом человеке есть что-то, что лучше его самого. Вот какой-то внутренний золотой запас. Назвать это чувство можно по-разному. Христос во мне, Бог во мне, Аллах во мне. Это зависит от того, кто во что верит. Но главное это, повторяю, то, что в каждом есть что-то, что лучше его самого, какая-то частичка. Эту историю я написал для того, чтобы посмотреть, насколько трудно бывает человеку ощутить, что он лучше самого себя. Понимаете, обнаружить в себе, что ты жадный, что ты негодяй, что способный ребенку стукнуть, это легко на самом деле. Как выясняется, вот, обнаружить, что ты способен к агрессии, что ты способен зло рассуждать об окружающих людях, а иногда о целых народах, легко. Вот так вот. Тумблер, да, внутренний, особенно если он на телевизоре. А вот с тем, что лучше тебя, с чем-то светлым, оказывается, это труд нужен. И книга это о том, как человек идет к себе же, но к лучшему к себе. Конечно, это не проповедь, конечно, это все в игровой форме. И, конечно, это отнюдь не какое-нибудь богословское произведение. Поэтому у меня образная система. В образной системе прямых вопросов есть, нет, не существует. Это было бы слишком просто. Не я один такой, приведу пример, который понятен всем, кто учился в школе. Вот Достоевский, да? Вот богословские жуткие вопросы. Как это он решал? Он передоверял постулаты, сомнения каждому из героев. Иван Карамазов – безбожник, Алеша – он божий человек, Дмитрий – сомневающийся, да еще есть шесть смердяков. Да еще и негодяй Федор Павлович, да? И как всякий художник, Достоевский не дает прямых ответов, а предлагает сравнить позиции этих людей и читателю ответить самому. Поэтому я предпочитаю на вопросы, которые вы задаете очень серьезные, отвечать книгами, а отвечать прямую как человек, иногда опасаясь не из-за скромности, из-за лицемерия, а из нормального опасения задеть чьи-то чувства. Спасибо вам. Поблагодарим нашего гостя.